Ну а мы с вами будем наблюдать за третьим номером российской сборной среди юниоров танцев на льду. Катя и Джонатан. Екатерина Рязанова, Джонатан Гуэрейро. Ученики Кусаровой и Алексеевой. Браво, Екатерина, браво, Джон. Да, я думаю, мы можем поздравить ребят с этим выступлением. Ребята откатались на мосте великолепно, с хорошим настроением. Хорошо были выполнены элементы технически. Просто молодцы. А также хочется поздравить их тренера Лену Кустарову. Да, ребята довольны. Очень очаровательная пара. Очень яркие у них были смены ритма, вот эти переходы между различными темами, различными темпами. Самое главное, что им, кроме элементов, удался танец. Танец очень важно. Блестящий. В какой-то момент их закручивает в этом танце. Да, безусловно. Невероятно. Мы поздравляем и Светлану Львовну Алексееву с замечательным выступлением в оригинальном танце. Кати и Джона прям сияют все. Сияют, ребята, да. Сколько страсти. Да, актриса. Вот мы с вами видим очень хорошее вращение, абсолютно грамотно, с додержанными позами, на скорости.
прекрасное исполнение твизлов продемонстрировали ребята. Зал им прямо аплодировал после, после твизлов. Очень понравилось всем. Почувствовали эту... Кстати, вот здесь двойная сложность в этих твизлах была исполнена, поскольку твизлы были сделаны на одной ноге, плюс еще ребята усложнили это тем, что в первом твизле они держали ногу свободную, свободную ногу держали рукой, а во втором твизле они убрали руки назад, что, безусловно, намного сложнее. Молодцы, молодцы, мне очень понравилось это выступление. Посмотрим, согласны ли со мной судьи. Немножко непривычно, конечно, слышать в списке российских спортсменов Джонатан Гуэрейро. Но так вот интересно и причудливо сложилась судьба этого молодого человека. Итак, ну смотрите, все четвертые уровни, кроме серпантиновой поддержки. Серпантинная дорожка. Ой, дорожки. Да, это очень хороший, сильный результат. Молодцы, молодцы ребята. Я искренне поздравляю и Лену, и Светлану Львовну, и Екатерину с Джонатаном. Просто браво. Сегодня молодцы. Так держать и дальше, как говорится.